еще нету 8 утра, 7.50. Я еду в деревню Лопотово. Ну, смотрю, на подъезде кто-то уже там взлетел. Кто-то меня опередил. Ладно. Проспал я немного. Летит на таран. Хочет меня взять на таран. Профессор хочет себе купить новое крыло, поэтому продает вот это вот, вот это корыто. Здорово. Здорово, Олег. Как? Продаю. Надо. Отдам, ну, со скидкой. Ну я говорю профессору. Отдам со скидкой, можно не звонить. Прямо сейчас отдам. Все. Ему надо крыло купить, да? Трешка есть с собой? Это кто такой? Вот какого хрена он тут летает? Ты потом, может быть, снимешь распаковку. Та-да-дэн. О, нифига себе, какой несешь. Танцуй. О, молодец. Как ты больше любишь? Первая посадка. Кубик 21 размер. Ну что, впечатление? Да ужасное крыло. Ужасное? В каком плане? Ну, оно красное. Так. Быстро летит. Через месяц вернулся. Красное, быстро летит. Еще какие у него есть недочеты? Как управляется? Я подумаю. 430. 500. Прошел первый облет крыла кубик в 21 размере. Пилот доволен. Все довольны. Сейчас летим на маршрут. А у меня компрессию показал 9.5. 9.5. Теперь буду смотреть. Это, видимо, очень мало. По паспорту, по-моему, 12. Смесь не взрывается. Мастер. Суббота, 19 число. Варп 16, Максим Паук. Сань, крыло по качеству просто офигительное. Но трясет на нем, блин, маленькое. Оно маленькое, просто как этот, вот так вот. Так, а ты нашла. И бегу. Ну, а мы бегу, тоже бегу. Тут полетали. Неплохо. Бегу. Макс, он долетел до Ново-Иерусалимского монастыря. Я не долетел, я только до Куйбышевского, до плотины Куйбышева. Ну, слушай, ветер сильный, плотный. Знаю, ну, ровно все. А на высоте 200 метров, да, действительно, трясет. Ну, нормально. Все, мы полетали, собираемся домой.